Всем привет, с вами Юмилия. Никому не интересна эта часть, поэтому смотрим ролик Мармок. Я уже смотрела видос Джохана, там Джохан был вместе с Мармоком и с другими ребятами, они играли в VR в игру Павлов. И это, походу, будут тоже похожие моменты, может быть, те же самые моменты, что из ролика Джохана. Смотрим. Что делать? Офигеть, какой красивый. Привет, топовое рабочее место. Чалолюдины. Приветики. Хочу заранее предупредить и извиниться за качество звука в этом видео. Тут случилась боль. Мой рабочий микрошка, мой микрокрошка, который всегда помогал мне записывать качественный VR, который я сам породил, скрестив Samsung Go Mic с капсулем от Blue Yeti, накануне откинулся окончательно. А так можно и было? И мне пришлось записывать это видео на встроенный в шлем микрофон, который, ну, типа, норм, но не уровень. А чё там, у нас у всех были неполадки. Кто-то через телефон говорил, кто-то бегал петлички покупать. А наш любимый человек с лишней хромосомой что-то там сделал, что у него один день звук шел из микрофона айфоновских наушников. Oh. Да, я про Аркашу. Я надеюсь, вы нас простите. Собраться всеми в пати было нелегко с технической точки зрения. Oh, у нас my, первый опыт, кадры. Как всегда, через жопу. Обещаю к следующему разу подготовиться более основательно. Приятного аппетита. И просмотра, что? Конечно что? Же. Блин, я иду, к сожалению, не взяла. О, снова музыка. О. С музыкой круто прям. Купи водички. Машонку мне на очки, я на Дасте втором. А ты не видишь? Что у меня есть? У меня есть нож. Не вижу, я... Кстати, очень прикольная идея, что Мармок поставил еще видео из своей реальной жизни, и оно как раз-таки вот тут вот находится на моем месте, и тоже в кругляшочке. Хорошо, что я это заметила, секунду. Это безумно странно получилось, но ладно, хорошо, что я себя сюда вот перетянула. И там вначале тоже были фрагменты, где он показывал себя в кружочке, вот блин, ладно. Один, я на катаспавне. Я на сайте, так стойте, подождите. О, корова, кто идет? Кто? Бежит! Это кто? Это кто? У тебя бомба. Я. Блять, зачем ты меня залез? Ты на лес, дебил, блять! Что с тобой? Не сверху. Я отошел. Середины вправо. Что ты делаешь? Как закупиться? Не, ну кстати, довольно неплохой звук. Как закупиться? Да у тебя нож и пистолет есть, дебилинов. Взгляд ебанутый. Ему эти дебильные взгляды. Смотри, выйди в меню, главное. Что, ты член достал? Не-не, где почесал настройки? Просто почесался. Член почесал, я сидел. Это видно, блядь. Это видосе Джохана тоже было. У меня есть план, у меня есть план, объясняю руками. Объясняю план руками, смотри. Идем на Б. Давайте только А. Я нихуя. Что это значит, как это? А, ну все, хорошо. Гогу. А, нижнее! Он втык... А чё он стоит на месте? С оружием не может разобраться. Пошли его, пиздим. Ножом пошли, пиздим. Да, давай. Я магазины достаю, ебаный. Почему нож не достает? А, типа я опоздал, да? Ладно, тогда я возьму его пушку. Так, блядь, посмотри вниз. Так он не смог. Парин, перезаряжай. А как нам перезаряжаться, интересно? Не бирай! Сдохни, педрила сатаневшая! Я предлагаю дуэль на ножах сейчас просто устроить. Но это будет дуэль. Давайте. Все, режь его. А, да что? Мы оба сдохли. Чё? Так, погоди. Я тут уронил все свое дерьмо. Смотри, прикол, лежит. Подбери оружие. Иди сюда, смотри. Ой, да, блядь, ну, его откатывать, что ли? А, что? О, да, блядь! Слушай, а если я тихонько коснусь ножом твоей ноги? Страшно, очень страшно. Бля! Я идею. Они это вообще не продумали, походу. Так, их не видно. Мы на ланге. Граната летит. К тебе, блядь, Вайти! Минус Джохан. Я хочу пострелять, пацаны. Ой, он так разлетелся? Жесть. Ты, давай, сучка, я тебя уложу. Давай постреляемся, погнали. Ну чё, парни, я на Б, кто здесь? Здесь немного голова как-то... Не то, что голова кружится, а как-то глаза немного болеть что, начали. Не знаю, это странно, наверное, но... Кто-то сказал, что идет на Б. Я тут ползу, как я, тут, я, где? Ой, блин, реально. Вот. Блин,
Не знаю, какого фига, но глаза болят. Я понимаю, что не я в VR-шлеме, а Мармок, но вот я что-то на это смотрю. А давай без прицела, может, того, что все так шатается. Гангстер, да? Давай как Рилли Гэнгстер. Гэнгстер, меня поносит, как гэнгстер. Ты такой гэнгстер? Меня воспитали улицы, растили дворяги, понял? Да ну нахуй, ты серьезно без прицела меня заебал? Без прицела, как гэнгстер. Блядь, какой разброс у этого гэнгстера. Ты чё, пришёл на район без маски и с температурой? Пошёл вон! Актуальненько! Нет! Ты разбил моей матери сердце! Оу! Коробка как коробка! Здорово, ёп! Воу! Как он попадает вообще? Какой пыл! Оу! Дохуел! Ебасосит просто! Задраконил! Вот это кто? Это кто тут шлем оставил со всеми отсутствиями? Какой миленький, какой хорюсенький. На, поебало. Этот момент был тоже у Джохана, но со стороны Джохана. А так вот еще прикольно посмотреть этот момент со стороны Мармока. Курить он пошел, курение убивает. Как я сказала тогда, повторюсь, и сейчас в прямом смысле. Че тут? Отлично. Встань. Ну, у меня встань, есть проблема, иди, но они ленивая, просто... ты жопа. Они минимальные. Ты уронил свою пушку. Это моя пушка. Ты, блядь. У меня какого-то хера опять на шее пояс. Где у тебя пояс? Патроны где у тебя? Близко, вот здесь вот? Вот тут. Да. Вот здесь, вот тут. Собак. Вообще не продумано. Патроны. Все в рот. Все в рот кладем. А что, а так можно? А ты типа прям спиздил все? Меньше ебалом щелкай. Вау, смотри, что нашел. Ну-ка попробуй выстрелить в эту сковороду. Куда? Изи вообще. Работает. Чекай, я подброшу, ее и в воздухе выстрелю. И не попадешь, а я попаду, давай. Высоко только бросай, высоко. Давай. Давай, сейчас. В окно не попади. Да, я боюсь. Что? Походу, это был максимум. Давай. Давай. Какой ты, блядь. Тебя ронять жалко. Да кинь, лучше пойди, ну. На, подержи, пёс. Да, конечно. Животное. Криворукая хуятина. Осатаневшая, смотри. Давай, давай, давай. Вот давай, она, давай, дружба. Давай. Убедиться, что у меня здесь ничего нету. Давай. Оооо! Это было смачно. Долбоёб, она просто исчезла. А, что? Да. Ну ладно тогда. Чё? Посмотри, что я сделал. Да было же похоже, как будто он, ну, выстрелил, чёк! Какого фига? Хотел мне поднасрать, но забыл штаны снять, что ли? Что? Ты посмотри, что происходит у меня, блядь! Я нажимаю на кнопку, наваливаются все обоймы, теперь поднимать их, как долбоёб! Ну, приседаем, приседаем! Ты на А нажимал, да? Нет! Б! Хочешь, я тебе помогу? Какого чёрта? Стырил всё! Опа! Патроны. Даже не думай. Бедный Джохан. Пока. Блять. Ты же не боишься теперь моей гранаты, да? Ты тут, сука, ты мне помогаешь или ты что делаешь? Помогаю. Морально поддерживаю. Помогаю. Я вижу, да. Ага, выглядит довольно убедительно. Дай гранату. Я не знаю, куда ее положить. Я не могу ее положить в. Что надо? Лучше. А как ты ее возьмешь? Жопа. Не знаю. Че же подорвется? Пока. Все, взял. Она была без чеки. Так. Сейчас будем учиться справляться с гранатой. Я прям вот так руки подставлю. А вот как снимается чекан? Нет. А я не знаю, как она снимается. Я знаю как, на Б. Ага. На вот Б? Так. Я понял. Пойдем. Где мой пистолет? Я его этой рукой возьму. О, все. Ты сейчас представляешь опасность. Рядом с тобой мое очко сейчас сильно танцует. Танцует? Все в порядке, она вот. Хочешь, забирай. Нет, спасибо. Уже не надо въебываться. Это странно. А чё? Ладно, хорошо. Ты где? А, реально. Не пугай меня. А? Вот здесь. Блять.
Не получилось. Потратил всё, гранату теперь свою. Тратить, да, не, это, переживать не, не, нет смысла. Есть смысл. Согласен. Правда, он еще не знает. Смотри, что ты тут нашел. Твою дивизию мочи белых. А, это прозвучало очень больно. Странно. Это кто с членом тут? Убери свой агрегат отсюда. Я не перезарядился. Я уязвим для врага. Я побежал, пацаны, давайте. Я прикрою. Блин, довольно прикольно, они большой тимой играют вместе в VR. За этим будущее. Го-го-го-го, не роняем говно, ручкой придерживаем попу. Осторожно, очень подозрительные бочки. Скорее всего, взрывоопасны. Я уже пробовал, не взрывается. Ой! Блядь! Значит, не очень хорошо пробовал. Я, кажется, кого-то нащупал. Там вдалеке что-то черненькое. Кстати, я только что заметила, на вебке у Мармока у него есть Nintendo. Обелеется. Ничего себе. А ты где? Ты запушил, Марин, без нас? Я недалеко, я могу помочь. Нет, он рядом. Да, блядь, у меня руки запутались, блядь. Это потому, что ты не прошел учебный полигон. Так со стороны выглядит упорно. Что? Жонглёр оружием. Только главное, на курок не нажимай, ты всех тут перестреляешь. Да возьми одну пушку обеими руками, ёб твою, боец. Взял. Батальон мне в бульон, меня от тебя отблевать тошнит. Что? А как вы подключились ко мне? Объясните, Аркаши, как вы подключились? Ему... Блять, контроль. Я-то видел. Рука. Рука с оружием просто в чеку вынесла. Растянулась. А чё, где Аркаш? Да не знаю, ты здесь, эй? Эй, ты здесь, эй? Он сидит в такая, он дрочит. Что? Ну это реально выглядит он странно. Он мышкой за компом что-то делает. Я вижу, на клавиатуре клацает, смотри. Видно, блядь. Я нажимаю, у меня на мышке, я на стуле сижу, блядь. Решаю проблемы обсосанные. Дрочишь, да? Ну не на члене, на вторая рука вот она, вот член вот здесь, она на коленке. Да, да, не льсти себе, Аркадий, не льсти себе. Член вот тут, вот. Да не льсти себе, что за размах, я умоляю. Марина этого утырка, он в VR за комп сел. Что? Мама, я геймер, можно еще 5 минут поиграть? Клать, клать, клать. Марина его, блядь. Так что ты здесь клать пишу, ага. Блин, это реально странно выглядит. Можно схватиться за руку другого человека и просто... Урод, даёшь, пошёл на! Настоящая крепкая дружба. Клещ! Мари, можно хвататься за всё, что угодно, бля, обезьяны. Бля, какие мы животные! Можно ходить по потолку. Какие животные! О, лампочку удобно менять. Как дверь открыть? А! Что за функция в игре странная? Вы нам дверь закрыли, блядь. Не хрена этих дебилов. Не то, что мы нормальные, адекватные люди. О, берёза. Запахло берёзкой. О, берёза. Я застрял в дереве. Я в дереве застрял. Я тоже хочу застрять в берёзе. Без рук стою, смотрите. Как, без руков? Что? Смотри, без рук стою. А как это вообще? А что у меня здесь такое? Зубами, блядь, схватился за дверью. Бобёр ебанутый. Не валит. Ты по ногам. Не, у меня остальное, походу. А ты в землю стреляешь, ещё больше пушку поверни. Ты не попадаешь, Аркаш. Ещё давай, ещё чуть-чуть, да. Он Мармока, что ли, целится? Или давай. Стреляй. Почувствовал? Хорошо. Ещё, давайте ещё разик. Настоящие друзья во всем помогут. И даже в этом. Куда? Привет, ты даже, чуть-чуть ты даже суицидница давай, не можешь. Еще чуть-чуть. Давай. Стоят так помогают. Хорошие друзья, я вам скажу. Чуть пойти. Просто отличные друзья. Мы тебе поможем в любой ситуации. Ты только попроси нас о помощи. Да, конечно, на дробовик. Держи, друг. Только попроси, чтобы убиться, я тебе всегда помогу. Сейчас все нормально? Все получается? Да, конечно. Да, я вижу. Аркашу можно с расстояния взять. Ты меня вогнал в депрессию, теперь я тоже хочу отъехать. Давай бьем друг друга. Давай. Стреляй. Оу, я передумал. Оу. Мерси, буна тунча масунац, да. Да. Что? Мерси, лардери. Чё? Всё, я поговорил. Ну, короче, смотри.
А, кардан так, барахлит. Алло, чё? Кардан барахлит, значит, ходовка не очень. Ничего у меня не барахлит, но... пошел ты нахер. Это мой пистолет, блядь, ничего кусок не ты. Знаю. Я хочу на тебя посмотреть. Я хочу без, на тебя без пистолета посмотреть, пошли. Не пойду. Пошли, говорю. Нет, псина, давай, пошлите под затыльник дальше. Пиздуй вперед. Ой. Ладно, хорошо, Надя. У тебя есть патроны? Да. Сам такой. Что? Я понял, как это происходит. Дай шляпу. Смотря какую. Нет, то не надо. Прикол, а ты можешь положить сюда магазин? Давай проверим. В шляпу? Спасибо. Нет. Спасибо. А если я наши пистолеты в урну кину? А зачем ты скажешь? Что? А как их вытащить? Сина, блядь. Ты что делаешь? Фу, мусорщик, фу. Тебе посветить? У меня тут диван, блядь, я не могу продавить его. Тебе не больно? А мне пофиг. У меня бронированный пенис, походу. Жаль, что я не могу тебя пристрелить и продолжить без тебя. О, магазин. О, спасибо. Благодарю. Что? Ты мне ее положил. Тебе показалось, я его себе положил. Ты мне положил обойму. Смотри. Это магазин, а не обойму. Положи мне сейчас обойму. Мне. Вот, себе положил. Давай еще раз попробуй. Ну, смотри. Смотрю. Вот, я беру, покладу себе. Давай еще раз. Дай обойму одну. Положи мне. Вот ты положи мне, серьезно, подожди. Положи мне. А, да? Сейчас. Во. Ты положи мне? Что там происходит? С руками. Ну положи, попробуй, я хочу. Еще есть магазин. Я не понимаю. Они у меня прибавлялись. А, они убавляют. Правильно, нахуй правило. Уже конец? Спасибо всем за просмотр. Спасибо и за ролик. Перед тем, как уйти, спонсорская страничка. Вы что? Заметили, наверное, что пока я играл, в комнате находился вот этот ПК. Это очень мощный... Честно скажу, не обратил внимания, но выглядит круто. Действительно компактный аппарат. Начинка следующая. RTX 2080 Athena 3D Agile 3-слотовая, процессор 7-9700K, 32 гигабайт оперативной памяти и 1 терабайт SSD. Его мне выслали ребята из Invasion Labs. Круто! Естественно, чтобы я вам о нем рассказал. В этом и заключается смысл спонсорской странички. ПК приехал еще давно, полностью собранный, в большом деревянном ящике, набитый изнутри поролоном. А сам ПК был в чехле. При расчехлении угнетенного сразу, что бросилось в глаза, это логотип. Они, блин, сделали в объеме логотип канала и гравировку на лицевой стороне. Это очень круто. Ну, если честно, выглядело изначально как какая-то картинка, когда Мармок обратил наше внимание на это. Я такая, типа, чё за картинка какая-то? Потом, оказывается, это реальный компьютер! Да, и в целом корпус достоин отдельного внимания. Толстые листы металла, закаленное стекло, продуманный обдув железа, учитывая габариты корпуса. Холодный воздух поступает снизу и выдувается теплым уже сверху. Сверху, кстати, подсъемной крышкой и все входы находятся очень практично. Никакой мешанины с проводами. Все провода выходят из одного отверстия и прячутся за корпус. В целом аппаратом я доволен. Я с его помощью записываю все свои VR-выпуски уже на протяжении почти года. Да, вещица не из бюджетного класса, но это отличное решение для меня, учитывая то, что VR я записываю в отдельной комнате. И аппарат в этой комнате не занимает много места, он мощный и выглядит эстетично. А еще у него есть RGB подсветки. Какой эстет может устоять перед силой этих лампочек? Да. На этом все. Здесь был грёбаный Мармок и первый групповой опыт в VR, если вы понимаете, о чем я. Счастья вам, здоровья и не потейте, а тоже. То фу, ненавижу потных. Пока. Честно? Тогда уж знаете, счастья, здоровья вам, не потейте и почаще мойтесь. Мне много программ не нужно. Мне по мере необходимости их качаю. Я понимаю, что мне сейчас... О, понадобится GTA 5 лаунчер такой. Скачаю, да? Понадобится, хочу в RDR там и так далее. Ну да, потом еще Photoshop, Синька, весь пакет Adobe и прочее.
Синька не настраивал, поэтому... А, ну вот у меня в каждой программе настроена рабочая среда, и когда я дохожу до переустановки, то меня херевают шары. Ой. Я лежу на асфальте, на мосту все это время. Лежу просто. Как долбоёб в этой игре и пизжу. Лежит, кайфует. Вот до чего довел меня ковид этот. Сижу на воздухе, я виртуально. Ну, хоть как-то. Все, нет музыки в интро, олды. У меня эта музыка в голове. Учитель, у вас сегодня 7 уроков и классный час. Я прокладываю маршрут. Свалить нафиг! Когда перестал ждать видео, они начали выходить быстрее. Блин, плюсую! Это так и есть. Я полностью соглашусь с этим чуваком, потому что у меня в голове была установка, что вот ну только недавно Мармок выпустил новый видосик. Я уже не ждала другого ролика, и тут выходит еще один. Это очень круто, и думаю, что как раз-таки то, что Мармок отменил расписание на своем канале, дало ему больше пространства для творчества, больше времени для творчества. И теперь у нас видосики не по 10 минут, а этот видос, например, идет почти 20, и это, блин, очень круто. Да, тут в конце была небольшая реклама, но, типа, все вполне нормально, она занимала не так много места. Ну и кроме того, блин, этот компьютер шикарен. Просто, да, он великолепен. Мне безумно нравится не только ролики Мармока, но и его компьютер. Ну а с вами, как всегда, была ваша Юмилия. Вообще, это очень круто, что VR развивается настолько, что теперь можно вместе со своими друзьями в него играть. Очень круто. Интересно вообще, что будет дальше в VR, какие игры будут появляться. Как-то так. Всех целую, не болейте, и всем пока!